Ребятки, всем привет. Мы группа Echoes and Signals из славного города Тулы. Очень рады здесь вас видеть. Подходите как можно ближе, потому что нас здесь немного. Да, спасибо большое. Вы нас поприветствовали, похлопали, но это было не очень уверенно, так что я предлагаю сейчас еще раз повторить. Погромче. Да, вот так вот. Спасибо. В фестивальном формате у нас будет не очень много времени говорить, так что я могу сейчас сказать все свои слова под интро. Но на самом деле они все закончились. Мы будем играть много материала с нашего альбома 5. И надеюсь, вам понравится. Thank you.
обещали так песню заканчивать. Но на концерте как бы видно, что тоже пробрало. Можно чуть-чуть побольше вокал в монитор, а гитару чуть поменьше. И клавиши в тот монитор побольше. Поднимите руку, откуда у меня эта дурная идея с подниманием рук, интересно. А кто слышал про нашу группу до сегодняшнего фестиваля? Ух, один человек поднял руку. Не-не-не-не. Ну, правда, я не шучу. Нам будет очень приятно. Класс, ребят. Спасибо. Мы называемся Echoes and Signals. Играем почти... Класс. Ты подумал, просто вспомнил? Надо почаще название говорить осталось. Еще чаще клавиш по монитор, потому что их не слышно. Сегодня все очень быстро. Следующий трек называется Caught by the Water. Мы его записали с гостевым вокалом замечательного человека и певца, музыканта, игрока на гитаре Валентина из московской группы Adine. Может быть, кто-нибудь ее знает. Вот Екатерина Худобко знает точно. Вот, и следующий трек Caught by the Water. Caught by the sea. Caught by the water.
последний трек. С вами была группа Echoes and Signals. Спасибо вам за то, что вы здесь. У вас впереди еще много хороших групп. Находите нас во всяких там этих интернетах, пишите нам эти хорошие слова или не очень. Были очень рады вас видеть.
Спасибо вам большое, ребят. Я сказал, что это был последний трек, я набрал нагло. Вот сейчас будет точно последний. Один из самых, наверное, наших тяжелых треков. Уже было заметно, что гитара начала издавать страшные звуки. Спасибо вам еще раз за то, что вы здесь. Echoes and Signals. Я уже повторил это 10 раз, я знаю, но вот... У нас с собой диски, и, по-моему, одна футболка есть, так что, если что, обращайтесь. Давайте какой-нибудь шум издадим, это же все-таки там вот рок, там вот это все. Фестиваль боль.
Спасибо огромное!